Привет, мои хорошие! Сегодня я расскажу новую историю под одеялом. Ее прислала мне Елена С. Называется «Черный диван». Однажды в один дом рабочие привезли новый матовый черный-черный диван. Взрослые заплатили им и ушли гулять. Девочка, живущая в этом доме, села на этот черный-черный диван, взяла пульт и попыталась включить телевизор, чтобы посмотреть мультики. Но телевизор не включался. В этот момент она в страхе спрыгнула с черного дивана. Он стал вдруг кривиться, дрожать, надуваться, шуметь. Девочка металась по комнате в растерянности. Она выбежала из комнаты и спряталась в ванной. Но все-таки она решила вступить в схватку беспощадным диваном. И раз уж она в доме была одна, ей ничего не оставалось, кроме того, чтобы спасти свой дом от этого черного-черного монстра. Она взяла с кухни черный-черный нож и бросилась в темную гостиную в бой. Родители пришли домой, вошли в гостиную и увидели страшную картину. Их дочь черным-черным ножом разделывает новый массажный диван. А теперь по традиции загадаю вам загадку. Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет, а идет, глаз нет, а плачет. Кто знает отгадку, напишите. Ну все, ребятки, до новых встреч под одеялом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео от Найки. Пока-пока, мои сладкие, покусеньки, пока! Thank you.